Здравствуйте, меня зовут Смолянкина Ольга, я руководитель астрономического кружка и обсерватории городского дворца творчества, где вот уже около полувека ведутся астрономические наблюдения и исследования. Расскажу об астрономических событиях, которые ждут амичей в течение всего этого года, начиная с нынешнего момента и до конца года. Самое первое и самое актуальное на данный момент. Буквально пару дней назад в городе Омске открылся сезон наблюдения серебристых облаков. Серебристые облака – это самые высокие облачные образования нашей планеты, и они очень необычны. Во-первых, находясь на такой высоте, они могут наблюдаться в очень узком диапазоне широт, и город Омск находится как раз в том самом месте, где серебристые облака видны летом с мая по август очень хорошо каждую ночь. Чтобы наблюдать их, необходимо после захода солнца выйти на улицу и ждать. И когда над головой появится серебрящийся океан светящихся облаков, знаете, это они и есть. Почему они так интересны? Почему мы их исследуем? Дело в том, что до конца XIX века не было никаких свидетельств о том, что эти облака вообще существуют. В конце XIX века их наблюдали впервые, и с этого момента начинается история их исследований. Эти облака, находясь на высоте 80 километров над поверхностью Земли, находятся буквально на границе земной атмосферы и космического пространства. Солнечная активность, метеорные потоки – все это влияет на то, как они выглядят, и на их яркость, на их формы. Есть основания полагать, что серебристые облака, возникнув в конце XIX века, являются результатом нашей с вами деятельности, деятельности человека. И с каждым годом, меняясь, они рассказывают историю того, как меняется состояние приземного слоя атмосферы, в котором мы живем. Последние два года серебристые облака были особенно яркими и необычными, и в этом году мы ждем не менее ярких и интересных появлений. 2020 год отмечен появлением сразу трех очень ярких комет, которые были видны невооруженным глазом в южном полушарии неба. И мы их ждали в Омске, ждали их появления для того, чтобы наблюдать невооруженным глазом одну из ярчайших комет. Для начала разберемся, что такое комета. Некоторые помнят комету Хейла-Боппа, которая появилась в конце 20 века. Это была самая яркая комета прошлого тысячелетия. Если вы посмотрите на нее внимательно, вы заметите, что у кометы два хвоста. Отчего так? Комета, по сути, это огромный снежок, который состоит из замерзшего газового льда и вмороженных в него частиц космической пыли. Когда комета приближается к Солнцу, она начинает таять, подплавляться, и солнечный ветер буквально выдувает частицы газа и пыли из кометы. И образуются два хвоста. Один, тот, который на фотографии имеет голубой цвет, это газовый хвост. Он состоит из очень легких газовых частиц, которые направлены ровно от Солнца. Солнечный ветер выдувает этот хвост. А второй хвост, пылевой, он белого цвета. Пылевые частицы, они намного тяжелее, чем газовые, и поэтому подвержены действию солнечной гравитации и буквально выходят на орбиту вокруг Солнца, закручиваясь. Так разделяются два хвоста, и именно их вы можете видеть на фотографиях этой кометы. Таких ярких комет, как Хейла-Боппа, в этом году мы, увы, не увидим. Однако были не менее яркие кометы, например, комета Свен, которая была обнаружена аппаратом, находящимся на орбитальной станции СОХА, следящей за Солнцем. Эта комета наделала очень много шума в южном полушарии, и мы очень ждали ее прихода в наше северное полушарие, в город Омск. И вот совсем недавно эта комета появилась на небе города Омска. Она стала видна в лучах заходящего солнца. Первая фотография, которая была нами сделана, первая радость, и мы вот уже ждали, что эта комета станет видна невооруженным глазом, но, увы, буквально на следующий день комета распалась. Однако не стоит отчаиваться, уже в июле мы увидим следующую комету, которая, возможно, станет видна невооруженным глазом и украсит ночное небо города Омска. Кометы являются причиной еще одного явления, которое можно наблюдать в небе города Омска. Проходя по своей орбите, комета оставляет целый шлейф пылевых частиц. И с таким шлейфом может столкнуться Земля, проходя по своей орбите. В это время
Мы наблюдаем на небе целый рой падающих звезд. Ну, конечно, неправильно называть это падающими звездами. Звезды не падают, поскольку они в сотни, в тысячи раз больше, чем целая планета. Представьте, как бы это выглядело. В атмосферу Земли сыплются маленькие частички космической пыли, оставляя за собой следы, которые называются метеоры. И когда этих следов, этих частиц очень много, мы это называем метеорный дождь. Один из самых ярких ежегодных метеорных потоков или метеорных дождей амичи смогут увидеть в ночь с 12 на 13 августа в этом году. Он называется метеорный поток Персеиды, по имени созвездия Персея, из которого, как кажется земному наблюдателю, вылетают эти кометные частицы. Следующее очень интересное событие ждет нас буквально через неделю. В ночь с 5 на 6 июня жители города Омска увидят полутеневое лунное затмение. Что такое полутеневое лунное затмение? Насколько вы знаете, лунные затмения происходят, когда Луна оказывается в тени Земли. Однако все было бы очень просто, если бы Солнце, наш единственный источник света, имело бы очень маленький размер, то есть было бы точечным источником. Тогда тень от Земли закрывала бы Луну, и никаких других интересных явлений мы бы не видели. Однако Солнце — это протяженный источник света. И поэтому, помимо тени, Земля отбрасывает в космическое пространство еще и полутень. Чаще всего Луна проходит и через полутень, и через тень Земли. И возникает так называемое полное лунное затмение. Однако не всегда Луна, Земля и Солнце находятся на одной оси, и в это время Луна может пройти только через полутень. Именно это мы и будем наблюдать в скором времени. Примерно так будет выглядеть Луна на небе Земли в городе Омске. Кроме лунных затмений, случаются затмения и солнечные. И в этом году солнечное затмение произойдет 21 июня и будет видно в городе Омске. Солнечные затмения бывают разные. Один из видов затмений — это кольцевое. Как оно возникает? Обычно размер солнечного и лунного диска на небе Земли совпадают, и поэтому Луна полностью закрывает Солнце, и вы видите гигантскую сияющую солнечную корону. Однако это не всегда так. Бывает, что Луна и Земля и Солнце немножко меняют свои расстояния друг относительно друга, и Луна немножечко ближе к Земле, чем обычно. И именно это произойдет 21 июня. Луна будет чуть ближе, и размер ее диска на небе Земли будет немножечко меньше, чем солнечного, и Луна не сможет закрыть Солнце полностью, оставив светящееся колечко. Такое солнечное затмение будет видно не везде на земном шаре, поскольку солнечное затмение — это явление очень редкое и наблюдается в узкой полосе, которую вы видите на этой карте. Если вы посмотрите, где находится при этом город Омск, вы обнаружите, что, к сожалению, мы не попадаем в полосу полного затмения, однако в нашем городе можно будет наблюдать его частную фазу. Примерно так будет выглядеть частное затмение в городе Омске 21 июня. Я рекомендую всем обязательно его посмотреть. Но не спешите делать это невооруженным глазом. Обязательно вооружитесь какими-либо приспособлениями. Например, сварочным стеклом или специальным солнечным фильтром. Это обязательно для безопасности ваших глаз. Ни в коем случае не смотрите на солнечное затмение невооруженным глазом, либо через обычные солнечные очки. Они не создают необходимой защиты для наблюдений. А в этом году планеты удивят амичей, поскольку состоится несколько интересных событий, на которые стоит обратить свое внимание. Уже сейчас на утреннем небе города Омска видны планеты Юпитер, Сатурн и Марс. Марс вы различите только в бинокль, но не спешите огорчаться, чуть позже о Марсе я скажу побольше. Юпитер и Сатурн очень яркие и видны очень хорошо на рассветном омском небе. Но уже в декабре состоится событие, которое в следующий раз повторится только через 60 лет. Это соединение Юпитера и Сатурна, очень-очень близкое соединение. И вы сможете увидеть в бинокль в одном поле зрения обе эти планеты. Это действительно редкое явление. Очень надеюсь, что нам повезет с погодой в этот день. Теперь о Венере. 3 октября амичи станут свидетелями потрясающего явления. Звезда созвездия Льва, которая называется Регул, вдруг станет потрясающе яркой. Но на самом деле это будет не звезда. В этой точке будет проходить планета Венера.
очень яркая в этот день и в течение всего периода наблюдений в этом году. Если вы вооружитесь биноклем или если у вас есть телескоп, вы сможете увидеть в одном поле зрения и эту звезду, и ярчайшую планету нашего неба — Венеру. И вот уже через 10 дней, 13 октября, на небе города Омска засияет Марс. Что интересно, в этом году, именно в этот день, Марс проходит через точку своего противостояния, то есть будет ближе всего к Земле, а значит, самым ярким и самым большим в поле зрения телескопа бинокля. Его можно будет увидеть невооруженным глазом очень легко. Я рассказала о самых ярких событиях омского неба, которые ждут омичей в 2020 году. Я надеюсь, что вы запомнили или записали для того, чтобы увидеть их. Желаю вам ясного неба и интересных наблюдений. Чтобы следить за событиями в режиме реального времени и всегда иметь предупреждение о предстоящих событиях, заходите в группу астрономических наблюдений города Омска и следите за нашими новостями. Спасибо, с вами была Смолянкина Ольга, руководитель астрономического кружка и обсерватории городского дворца творчества.